Одинцовские единороссы поддержали конкурсно-игровую программу в честь Международного дня соседей, организованную в культурно-спортивном комплексе «Назарьевский». Праздник направлен на укрепление добрососедских отношений, более теплое и дружеское общение и взаимопомощь. В программе были конкурсы, игры, танцы. Завершилось мероприятие конкурсом рисунков «Изобрази свой дом», в котором активно участвовали юные жители Назарьевского, рассказала член политсовета местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова. Также партийцы приняли участие во встрече с жителями-соседями из частного сектора в лесном городке по вопросу включения в госпрограмму Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2026 годы. Жители могли задать вопросы организаторам встречи, уточнить условия включения в вышеуказанную программу и ход ее реализации.